Мы продолжаем наш проект «Время помнить». Каждый день рассказываем о ключевых событиях Великой Отечественной. Сегодня 13 апреля. В этот день, в 1944 году, Москва салютовала войскам, освободившим Симферополь. Оккупация города фашистами длилась 865 дней. В ходе операции были захвачены большие трофеи, в том числе 10 железнодорожных эшелонов с вооружением, боеприпасами и военным имуществом. Свыше 1000 солдат противника сдались в плен. 13 апреля наши войска также освободили Евпаторию и Феодосию.